На территории вокзала ежедневно находятся сотни человек. Все они разные, а некоторые и вовсе подозрительные. Примерно так думает овчарка Маркиза. Вокзал Рязань 1. Сейчас мы с инспектором-кинологом Николаем и его коллегой Маркизой идем проверять вокзал на предмет взрывчатых веществ. Маркиза, вперед! Вместе с хозяином кинолога Маркиза каждый день на службе. Сегодня у них профессиональный праздник. Отмечают они его на работе. Как признается инспектор, отношения у них гораздо ближе, чем просто коллеги. Ты приходишь домой, думаешь, как она там. Идешь на работу, думаешь, как она там. То есть это как одна семья уже становится. Территория владения – места общественного скопления людей. Вокзал, остановки, площадь. Главное – найти и предотвратить террористическую угрозу. На современном вокзале без такой собаки нельзя. Техника подводит. В любом случае бывают сбои с электропитанием. Ну а с собакой что может случиться? Она всегда готова. Ты взял из вольера в любую погоду, там дождь, не дождь, снег, не снег, град, не град, ночь, не ночь и в бой. Свою службу кинологи вместе с питомцами несут ежедневно. И представить сегодня работу полиции без кинолога со служебной собакой уже невозможно.